Ты кто? Джек? Что мы тут делаем? Ты можешь меня так называть, но на самом деле я могу быть кем угодно. Так это ты меня сюда затащил? Да, я. Только я сделал это в привычном для тебя обличии, то есть в твоем. Ты кто вообще? И зачем тебе мои вещи? А ты что, не узнаешь самого себя? Как такое может быть? Как? Сейчас узнаешь. У меня мало заряда. Нужно бежать отсюда. Стой! Тебе не выбраться отсюда. Здесь нет выхода, так что это бесполезно. Я тебе не верю! Где-то здесь должен быть портал! Он-то есть, но ты уже не успеешь его найти. Сколько у тебя осталось процентов? 3? Может, 2? Я же говорю вам, он какой-то странный сегодня. Он уже третий раз за это утро ест. Да. Он даже меня переплюнул. Он ест чаще, чем я. Илюш, тебя тут никто не переплюнет. Еще я хотела вам рассказать, как мы с ним вчера поссорились. Он со мной разговаривал так, будто я ему чужой человек. Ксюш, ну хочешь, я могу с ним поговорить? Да ладно, не нужно. Мы сами разберемся. Слушай, поговори с ним еще раз. Может, у него вчера было плохое настроение? Думаешь? Конечно. Ладно. Никит, я хотела с тобой поговорить. Маш, забыла тебя спросить, как ты контрольную написала? В принципе, неплохо. Так что ты хотела? Поговорить? По-моему, мы вчера с тобой уже все обсудили. Никит, если у тебя что-то случилось, то знай, ты всегда можешь со мной поделиться. Если я захочу с кем-то поговорить, то точно не с тобой. Я пыталась с тобой нормально поговорить, но, видимо, ты этого не хочешь. Я нормально с тобой разговариваю. Такое ощущение, что тебя подменили. В смысле? Ты очень изменился, причем в худшую сторону. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Мария Сергеевна. И да, кстати, все справились вчера с контрольной работой? Да, конечно, мы все написали. Было легко. Алло? Как не ночевал дома? Никита сейчас здесь, в классе. Могу ему дать трубку? Никита, иди сюда. Твоя мама звонит. Алло. Да. Все со мной хорошо. Я вечером буду дома, все объясню. Все, давай, пока. Никита, ты ничего не хочешь объяснить? Почему тебя не было вчера дома? А это уже вас не касается. Что ты сказал?
Наталья Георгиевна. Так, дети, подождите секунду, я сейчас приду. Алло, да, Наталья Георгиевна? Приведите мне, пожалуйста, в кабинет Никиту. Хорошо, сейчас приведу. Я хочу с ним серьезно поговорить. Да, я поняла. Да, спасибо, я вас жду. Никита, а что ты такого уже натворил, что тебя вызывает директор? Вот именно, ничего такого. Я вообще не понимаю, что все от меня хотят. Знаешь, я тоже ничего не понимаю. Пойдем к директору, будем узнавать. Что с ним сегодня происходит? У меня у самой нет слов. А у меня есть. И знаете, что я могу сказать? Что? Его забрали инопришеленцы и подменили на своем корабле. Илюша, это не смешная шутка. Наталья Георгиевна, мне нужно срочно с вами поговорить. Так, давай только быстренько, ко мне сейчас придут. Нам всем нужны новые батарейки. Какие батарейки? Я вам только недавно новые выдала. То вы выдавали зарядное устройство, а нам нужны новые батарейки, так как эти быстро разряжаются. Ты что думаешь, что это так просто? Одна батарейка изготавливается около 3 дней. А в школе сколько народа? Ну, пожалуйста, Наталья Георгиевна, очень надо. Ну, хорошо. Ладно. Я постараюсь заказать хотя бы несколько штук. Спасибо большое, спасибо. Войдите. Наталья Георгиевна, как и просили, я привела вам Никиту. Спасибо, Мария Сергеевна. Вы можете быть свободны. Ты что делаешь? Ты что себе позволяешь? Это же важные документы. Что хочу, то и делаю. Я как раз хотела поговорить о твоем поведении. А что с ним не так? Во-первых, не разговаривай со мной в таком тоне, да еще с полным ртом. И во-вторых, ты мне объясни, пожалуйста, где ты был во время контрольной работы? Где был, там уже нет. А вот хамить мне не нужно. Кто хамит? Я? Я всегда так разговариваю. Ну хорошо. Не хочешь со мной нормально разговаривать? Значит, будешь писать объяснительную записку. Здесь нет. Ладно. Объяснительной записки я не нашла. Но я ее составлю тебе сама, а ты ее заполнишь. Так, заполняй. И еще. Я хотела бы завтра видеть твоих родителей здесь, у меня в кабинете. Ну что, тебе там все понятно? Да, все ясно. И еще там внизу. Вот теперь-то начнется шоу. Где это я? Никита?
Да, Никита. Я же сказала, что с вами разберусь. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute.